То есть, ты хочешь сказать, что отсмотрел 13 сезонов «Битвы экстрасенсов», ни во что не поверил. Да. Все подстава там была. Но в 14-м внезапно появляется Александр Шепс, да, у которого есть суперспособности. Он разговаривает с мертвыми. Со сценаристами он разговаривает, они говорят, что ему нужно делать. Он не завалил ни одного испытания, чувак. Как ты... И у него голубые ангельские глаза, он дитя Бога. Почему у тебя босые ноги, скажи мне лучше? Хочешь, я тебе докажу в то, что экстрасенсорика существует, предсказав тебе будущее по твоей ладони, например. На которой написан график моего стендапа? Давай. Да. 22 февраля. Москва. 23 февраля. Нижний Новгород. 26 февраля. Казань. 27 февраля. Екатеринбург. 28 февраля. Челябинск. 1 марта. Санкт-Петербург. И я еду с тобой. Не едешь, ты же матершинник. Мой чемодан собранный, говорит другое. Он едет с тобой.